Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко про всі хайпи міста в одній програмі. Київ по інтерактив усім, хто налаштувався на Київ, 98 вісім Хто дивиться на нас у youtube каналі на Київ? FM, ви пальчики вгору та ставите. Ха знову я не можу від... налаштувати свої пальчики. Але я сподіваюся, ви знаєте, що треба робити. Коментарі ви пишете. І, звісно ж, підписуєтеся на наш канал. А ви слухаєте нас з понеділка до п'ятниці на Київ? 98 FM. І сьогодні у Києві інтерактів ми поговоримо. Про те, про що мріє кожна людина: бути А. Здоровою, Б. Жити довго. А ще жінки додають ну, і залишатися красивою. От на весь той час свого довголіття. Власне, сьогодні про довголіття ми поговоримо. До мене сьогодні Анатолій Доровських прийшов, директор мережі клініки інтегративної медицини СмартМед. Я вітаю вас, Анатолій. Добрий Васильов. день. Ну що ж, у нас сьогодні про довголіття, про красу, про задоволення. Долголетие – это генетика, или все-таки это больше работа над собой? Ну, предел, который заложен в нас, это, конечно, генетика. То есть, говорят, как один говорит, я очень его люблю, уважаю, это украинский ученый-генетик Александр Каледа, он говорит, говорит, самый лучший метод получить долголетие – это найти хороших родителей. <laughs> Но это предел, и предел на самом деле достаточно высокий. А вот сократить мы можем очень своим образом жизни и всем остальным это достаточно серьезно. Ну, то есть, даже если есть генетика, и там бабусь, дедушка доживали до очень поважного віку, там до 90, до 100 лет, все-таки можно зипсовать себе генетику и закончить все в 50. Но дело в том, что на самом деле по... за последние 100 лет средняя продолжительность жизни увеличилась где-то на взаимосвязи от страны от 30 до 40 лет. А с чем это связано, до речи? Ну, во-первых, э, с качеством жизни, э, с качеством э, тот же вот после родовая смертность детей в, в, в течение особенно первого года она значительно снизилась по всему миру, то есть качество медицины улучшилось. Э, качество жизни улучшилось, качество воды улучшилось, питание. Ну, для для большой части людей мы, к сожалению, не можем сказать, что для всего мира, но это, это все приводит к тому, что мы живем дольше. Хотя, если говорить вот до последних сто лет, каждое поколение жило дольше, вот и дольше и богаче. Вот сейчас последнее поколение, то которое называют «миллениум», поколение Z. Вот с ним прогнозы самые интересные, что в том плане, что это будет первое поколение, про которое говорят, что жить оно будет меньше и беднее. Вот, э, то есть та тенденция, в которой в течение 100 лет в ходе человеческого прогресса шла, похоже, что она. Мы переходим в другие переделы, в информационное пространство и так далее. И вот, если смотреть, то здесь. Есть вопросы, ну, ответить, будет это так или не будет, но ну, мы сможем через какое-то определенное время. Ну, якщо что... если тут, в принципе, можно сказать, через там экономичные процессы, пандемичные да. процессы, а почему же они будут жить и меньше? А, ну, вы знаете, одна из, это наша, как говорится, точка зрения, одна из причин в течение 80 лет, уже до да, 80-41 года, Флеминг, когда придумал пенициллин, антибиотики, они сыграли огромную положительную роль, на самом деле. В той же Второй мировой войне, благодаря им, я думаю, спасены десятки миллионов жизней. И одна из э, главных причин смертности, что было воспаление легких, э, она, в общем-то, ушла. Ну, власне, это одна из причин, почему, когда мы вспоминаем про испанку, мы да. вспоминаем и про шаленую смертность, потому что не было да. антибиотикотерапии. В том, в, том, в том числе. Поэтому, но ну, как всякая медаль, имеет две стороны используя, широко применяя антибиотики, мы пришли к тому, что мы поменяли так называемый микробиом, микробиот у человека, то есть то сообщество бактерий, которое внутри нас живет. А в нас живет около 3-4 килограмма бактерий вообще-то, то есть совсем немало. И без них, если их полностью убрать из организма, человек умрет. Просто они выполняют колоссальную роль за те миллионы лет, которые они, так сказать, симбиоз этот выработался. А вот такое быстрое внесение изменений в виде антибиотика, оно привело, особенно исчез бета-гомелитический стриптокок группы А, который выполнял крайне важную роль. И одна из важных ролей его была, это защита от вирусов. Он вырабатывал так называемые ферменты, ДНАЗа и рейназы, которые растворяли капсиды любого вируса, независимо от штамма, вида, в лимфе и в крови. А на сегодняшний день, если раньше у нас, скажем, в 50-м году 75% населения имело... Ну, в нормальном состоянии этот стриптокок. Когда его много, это тоже плохо. Тогда это да, рожистое воспаление, скарлатина может быть. Но он должен, он такой... Э, в нормальном состоянии он выполняет очень много. А когда он и, и, исчез, о, мы вот... Что последние годы имеем? В конце 20 СПИД, САРС, МЕРС, КОВИД. еще неизвестно, что впереди. То есть человек оказался один на один с вирусами. Это одна из, так сказать, фундаментальных причин, которая вот снижает. Плюс... Опять же, тоже качество жизни, которое выросло в связи с научно-техническим прогрессом и экономическим прогрессом, улучшилось качество питания, но в то же время намного больше стало в связи с этим потребляться углеводов. И сегодня тот же диабет растет по линейному закону, а на Среднем Ближнем Востоке он вообще по экспоненте стал подниматься. До 70%, думайте, до 70 населения 18 плюс с диабетом. Это уже проблема. Зараз можно сказать, что чем богаче страна, тем больше глобальных проблем здесь своим организмом в да, ну Потому что диабет ⁇ така проблема, а да. это такая комплексная проблема. Это серьезная социальная проблема, которая требует до достаточно серьезных э, не только решений на уровне медицины. Хотя медицина тут должна сказать, на мой взгляд, решающую роль. И на самом деле с диабетом... И вот одна из причин того же диабета второго, когда мы там исследуем, это опять же те же вирусы. Се то є і віруси служать причиною і онкологии во многих случаях, і деменции, і того ж діабету второго типу. То есть, это очень серйозна проблема. А ми хочемо не тільки не старіти, жити довше, ми хочемо ще й мати гарний вигляд і добре почуватися. Є у нас один орган, який відповідає за старіння, чи ні хто відповідає за старіння? Хто винен в тому, що ми втрачаємо клітини? Это, к сожалению, вот если, как говорится, кровь там сердце качает, там детоксикация у нас в печени находится, там есть инсулин вырабатывается в поджелудочной, там вот есть какой-то конкретный орган, отвечает за конкретную функцию. Вот, к сожалению, за органа, который отвечает за старение, не существует. То есть весь организм постепенно весь стареет, стареет на клеточном уровне. Появляется, есть сейчас такая одна из последних теорий, есть теория теломеров, когда на концах ДНК, так называемые на кончике на концах ДНК теломеры, белки, и они постепенно с каждым делением клетки они сокращаются, и как только они заканчиваются, клетка перестает делиться, закончила делиться уже все. Но теломеры в то же время уже доказано, тоже есть уже ряд экспериментов, что их можно удлинить, в том числе, кстати, с помощью медитации, например. Вот лауреат Нобелевской премии, которая получила премию за открытие теломеров, как раз занимается сейчас исследованием медитации на увеличение и сокращение времени, это, ну, скорости уменьшения теломера, то есть продления жизни. Это одна сторона. А вторая сторона, есть клетки, которые, которые свой предел деления прошла, и она начинает, так называется, старосинесцентные клетки, есть такое название. И она, когда она воспаляется, вокруг нее идут всякие ферменты, которые воспаление вызывают, и это называется процесс старения. То есть если убрать вот эти клетки, которые ядром старения служат, а для этого есть специальный сейчас такой термин, синелитики, синалитики лекарства, разработкой которых сейчас кинулся весь мир разрабатывать, я так понимаю, то мы холестерин прибирали, потом мы начали колоть липолитики, а теперь у нас наступний этап. Это синолитики. Синолитики. Это да, но на самом деле это похоже на правду, потому что мы сами занимаемся этим направлением, и вот ряд экспериментов сейчас за рубежом идет у нас. Прошла вот как раз препараты, которые в этом направлении работают, мы зарегистрировали сейчас их в Прибалтике в Европе, в Европейском уже реестре они есть, и мы сейчас проводим там эксперименты, и вот осенью начнем здесь в Украине делать, и пока предварительные данные показывают, что в самом деле да, и мы видим по коже, Особенно кожу. ну кожа завжди жін волнують. Тому що то що it інженгів, коли там а, эти, медицина клініки АІТ Що там всередині менше хвилює, ніж те, що побачить вот, зовні. Ну, что делали, до речі. Скажу нашим слухачам, нашим глядачам. Клініка інтегративної медицини SmartMed активно займається не тільки тим, що всередині, але й тим, що зовні. Але вони роблять це так комплексно, що і всередині, і зовні одночасно ви і почуваєтеся добре, і вигляд маєте чудовий. До речі, є Три клиники на территории Киева, если вам центр ближче, Лютеранская. будинок 16, якщо лівий берег Бажова 13, дріб 9, і ще отам на середині між Виноградар, Дорогожичі і Почайна. Та тих, кому там ближче, то це у нас Мостицька 9. Записатися на прийом можна 585 31 17, 585 31 17, Кутківа 044. У нас сьогодні є подарунки, правильно? 50% знижка. Так, конечно, на комплексне повне обстеження організму, колоти вас не будуть, бити вас не будуть, знущатися над вами не будуть. Все абсолютно просто і комфортно. Це клініка інтегративної медицини SmartMed. -мед». До речі, почитати про препарати, про технології. все це можна на сайті imc.com.ua. Ми між тим продовжуємо говорити сьогодні про довголіття і про красу, і про те, щоб почуватися комфортно і здорово. Ну, е... Антули Васильевич, я вас знаю уже, як то кажуть, не один десяток лет. але мене но що меня ощущение, что вы не змінюєтеся. что вы робите, чтобы не стареть. Ну, дело в том, что еще раз говорю, возвращаюсь. Есть генетика это само собой, есть еще понятие это здоровый образ жизни. Он достаточно, хотят долгожитель. Так... Если говорить, что одна из самых больших долгожителей, француженка, 120, сейчас фамилию сходу ее не вспомню, это 122 года она прожила с хвостиком, а 95 лет при этом курила. То есть, то есть часто долгожители, вот по данным нашего института геронтологии, не всегда ведут здоровый образ жизни. Хотя, с другой стороны, здоровый образ жизни может продлить жизнь, вот опять же, по данным нашего института геронтологии, до 30%. Если, скажем, сегодня в Украине 72 года, средняя продолжительность жизни, то, считайте, 24 года можно добавить, а это уже 96 лет. Это уже достаточно почтенно серьезный возраст. Это вот что такое дает здоровый да, образ жизни люди живут дольше, потому что они за свои про свое здоровье отбивают. А чему здоровые люди живут недолго? Потому что они здоровые и не уважают а, за обхидно это ну, а Заниматься, знаете, всегда профилактика. Автомобиль же вводим на тех абсурд. Так же человека надо. Человек открытая система, поэтому за этим надо следить. А есть три-четыре ключевых момента с точки зрения, ну, скажем, продления жизни. Вот со стороны здорового образа жизни. Это должна быть сосудистая система в хорошем состоянии. С этой холодной стороны блишки, про які я уже загадывала, чтобы их не было. Ну, холестериновые бляшки, их первопричины есть, в том числе есть методы, как их убирать угу, и, да. и, и так, чтобы они не появлялись. Это... Здоровье судины. Раз. Другое. Здоровая иммунно-нейроэндокринная система. На самом деле, угу. это единая система. То есть это единая управляющий наш основной органу, система управления организмом нашим. То есть нами управляют гормоны, все, наше настроение. Короче, COVID-19 как раз и показал про то, что и вирусы, и нейрогенность, и эндокринность, все это может быть в одном вирусе. Это все в одном флаконе. Вот ее состояние должно быть в норме. И третий параметр, о котором мы говорим, важный, это вопрос социальный. Это социальная востребованность человека должна быть. В первую очередь это может быть с семьей связано, с хобби, с работой, с чем угодно. И вот оптимизм, потому что посчитали как-то в Америке взяли писателей. Страна большая, писателей много, там книжки пишут. Это взяли писателей, которые пишут юмористические всякие такие веселые, и которые мрачные вещи пишут, там всякие. И оказалось, что продолжительность жизни тех, кто пишет веселый, намного лучше. Что, когда вы используете отрицательные слова, и почему говорят, вот, ругательство и так далее разрушает хромосомы. Это же тоже исследования были, э теломеры сокращают значительно. Поэтому поменьше ругаться, побольше улыбаться, любить себя и любить окружающих. Это вот это третий аспект. Аспект э иммунно-нейро эндокринной системы, вот это один из самых сложных вещей, потому что иммунная система, опять это та же система, в которой нет единого органа, который отвечает в организм за иммунную систему. Это целое, это распределенное по всему организму. То есть иммунитет работает на уровне клетки, органа, всего организма. То есть это достаточно серьезно. И здесь один из ключевых моментов, это поддержание, конечно, нормального состояния желудочно-кишечного тракта. Это один из ключевых моментов, потому что мы есть то, что мы едим, и от того, как работает наша печень поджелудочная, весь желудочно-кишечный тракт, зависит эта главная выделительная система, через которую выводится все, что мы там съели, поели, все переработалось, отходы вышли. От этого будет зависеть работа, уже дальше идет работа мочеполовой системы, бронхолегочной, но проблемы всегда начинаются с желудочно-кишечного тракта. Вот этот вот момент, как говорится, поддержания правильного состояния, это в первую очередь вопрос желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот у нас одна из ключевых направлений, мы когда-то начинали 20 лет назад совместно с институтом гастроэнтерологии, оттуда, так сказать, наши корни произошли. И поэтому вот э, это лишний раз подтверждало, что вот мы идем правильным путем, потому что желудочно-кишечный тракт. Вот это вот те вещи, которые позволяют продлять. И есть еще один аспект, это связанный э, с митохондриями, от четвертой это я, три физиологических вопроса, сосуды, иммунно-регулирующая наша система, митохондрия и социальный аспект. Так вот, митохондрия, об этом вообще почти никто не говорит, потому что, скажем, медикаментозных методов не существует. Есть только реально два метода. Вот научно доказано, считает, что жизнь продляет, если сократить рацион на 20%. Вот если мышей там, допустим, меньше кормить на 20%, норм, они живут там на 20% дольше. По времени. То же самые люди. Но здесь вот если это один метод, так сказать, но это на самом деле метод воздействия на митохондрию сейчас я скажу. А второй метод есть такой аппаратный метод. Это, кстати, его родоначальница, она, к сожалению, в этом году ушла из жизни серебровская, Татьяна Викторовна, профессор из Института физиологии имени Богомольца, выдающаяся ученые, считаю, гениальная женщина была Царство и Небесное, ковид, к сожалению. Вот ушла, это, она вот это была родоначальницей реокситерапии, то есть интервальной гипоокситерапии, которая приводит к тому, в результате воздействия дефицита кислорода по переменам, мало кислорода, очень много кислорода, ну, эквивалент подъема на какую-то высоту, там, до 8 километров можно человеку обеспечить газовую смесь, которая это позволяет вызвать метоз, то есть о, рождаются новые митохондрии, чтобы меньше терминов я говорил, это рождаются новые митохондрии, старые умирают. А в она И... в доступе терапия? Она есть сегодня, есть в нашей клинике, она есть, мы ее широко очень используем. И в Киеве я знаю, что есть в ряде клиник. И второй метод, когда мы говорим про сокращение еды, это на самом деле, потому что нам для выработки энергии наша, вот почему старики слабые, потому что мало вырабатывается АТФ, так называемый, аденозин трифосфатаз, это наша сила. И энергия только вот в этом веществе вся сосредоточена. А вырабатывается это в митохондриях, в наших электрических, так сказать, электростанциях. Поэтому, почему слабеют? Потому что мало АТФ. А для АТФ это значит, что уже плохо работают митохондрии. Так вот, для того, чтобы митохондрии хорошо, новые митохондрии появились, они могут новые появляться, так сказать, регенерация быть митохондрией. Чтобы это происходило, надо бы вот сделать либо интервальную гипокситерапию, либо дефицит питания. Потому что в этом случае, или, чтобы АТФ образовался, нужно или наша еда, или кислород. Если мы что-то ограничиваем, дисбаланс получается, и тогда там определенные ферментов дисбаланса и включается механизм образования новых митохондрий. Вот это вот два таких аспекта, потому что этот аспект очень важный и, скажем, широких каких-то там медикаментозных ничего нету. То есть, если кто-то там рассказывает, что это какие-то таблетки, витамины на это дело влияют, нет, не влияют, к сожалению, не влияют. До речі, зазвичай люди починають дбати і думати про своє здоров'я, знаходити різні терапії, різні процедури, коли починають і погано почуватися, і мати поганий вигляд, і зі здоров'ям вже там і аналізи, і стан коли треба починати, щоб прожити довго, щасливо і повноцінно? Желательно. от рождения, потому что это, ну еще раз говорю, что первое, когда я говорю по социальный аспект, то есть э, оптимистичный взгляд на жизнь, занятие любимым делом, это на самом деле вот социальный аспект, он очень важен. Это мы этим, к сожалению, пока еще не занимаемся в клинике нашей, так а только физиологическими аспектами занимаемся. Но тем не менее, это очень важный момент. И второе, когда для тех же сосудов, для тех же, той же иммунной системы, потому что основа иммунной системы ⁇ это лимфосистема, один из важнейших элементов иммунной системы. А иммунная система, когда хорошо работает, когда вы двигаетесь. Вот движение, движение, движение. То есть у тех же мужчин для того, чтобы вырабатывался тестостерон, что надо? Физические нагрузки. Нет физических нагрузок, нет тестостерона пошло, это, спасательный круг на животе возникает, абдоминальное ожирение называется, а там, глядишь, и рукой подать до метаболического синдрома, то бишь диабет, ишемичные болезни сердца, ожирение, ну и так далее. То есть такой и сахарного диабета. Это четверка знаменитая метаболического синдрома. Поэтому здесь, а это жизнь ну, никак не продляет. Поэтому то, что правильное питание, здоровый образ жизни, и следить за собственным здоровьем, потому что мы открытая система. Опять же, та же иммунная система наша, которая должна бороться с инфекционными агентами, она сама подвержена инфекционному воздействию вирусов в первую очередь. А та же сосудистая система, те же паразитарные нагрузки, они все приводят к поломке тех, так называемой той же самой иммунной системы, а соответственно сокращают нашу жизнь. я нагадаю нашим слухачам, я нагадаю нашим глядачам, ви з нами на Київ 98 ФМ, Київ Інтерактів. Ми сьогодні говоримо про красу та довголіття. І у мене сьогодні у гостях Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. До речі, в SmartMed ви можете вибрати, який до вас ближче. Лютеранська 16, Бажова 13, Дріб 9 і Мостицька 9. І 585-31-17 можете записатися на прийом 585 3117. Більше того, якщо це зробите сьогодні до 21 години, ви маєте знижку 50% на повне комплексне обстеження вашого організму. Якщо хочете дізнатися більше, чим займаються у клініці інтегративної медицини SmartMed ви можете зайти на сайт imc.com.ua ще одна така штука. Анатолій Васильовичу, про яку багато хто говорить, це антиоксиданти, мовляв, саме вони. Допомагають нашему организму, як то кажуть, оновиться и нам стать здоровейшими. Это деньги на ветер? Здесь надо сказать сначала, ну, что, что делают э, не, оксиданты. То есть вот теломеры, которые определение клеток, они очень подвержены оксидативному стрессу. То есть большое количество оксидантов сокращает. И оксиданты это признак воспалительного процесса, это разрушение тканей и так далее. То есть в этом плане, когда реклама говорит, она говорит правильно. А теперь антиоксидант. Ну, при мне не путается в терминах. Нет-нет, не путаются. Тут могу сказать точно. А теперь в отношении, что с этим делать? То есть, если вы, допустим, там зеленый чай пить, вот как антиоксидант, говорит, он полезный антиоксидант. Ну, чтобы просто понимали, что все внешние оксиданты, там, за исключением одного, в мире есть, о нем я позже скажу, ну, в среднем, скажем, там, в секунду условно одну молекулу активной формы кислорода, то есть оксиданта, там, дезактивирует. А у нас в организме в каждой клетке, в каждой, внутри каждой митохондрии а, и в межклеточной жидкости есть наша собственная антиоксидантная защита. Это каталаза, фермент, и есть супер, она называется это такое длинное название, супероксид дисмутаза. Навряд ли кто запомнит, но факт то, что есть такой фермент, СОД, сокращенно. Так вот этот вот э, сот, э, скажем, дезактивирует э, активные формы кислорода примерно в 90 миллионов раз быстрее, чем э, любой оксидант, который вы выпьете. Вы разницу уловили? 90 миллионов раз и один раз. Это вот по части, то есть полезности того, делать или не делать. А для того, чтобы... А каталаза, она там э, пероксид водорода разлагает на воду и углекислый газ. Это тоже гидроксильные остатки, так сказать, э, ликвидирует тоже работает с колоссальной скоростью, примерно в таких же порядках. Поэтому, если все любые какие-то вам предлагают это супероксидант и так далее, это все бабонный рассказ. Я понимаю, что я целый бизнес ломаю сейчас, может быть, некоторым ä, сетевым, особенно маркетингом, которые бегают с этими делами. А вот, допустим, тот же сот, внутри его находится что? А, медь и а, магний, а, марганец. Mm -hmm. Медь и марганец. Вот эти а, два, то есть, а, они являются металлопротеинами. То есть, белок в сочетании с металлом. И от того, как вот металл работает, валентность меняется. Поэтому в связи с этим очень быстро а, дезактивация идет. А, так вот, наличие... Дефицит а, в организме, допустим, меди и того же марганца, он будет приводить к чему? К плохой работе нашей оксидантной защиты. Омега-3, она сама не является оксиданта, но она стимулирует работу того же сод. Наши собственные антиоксидантные организмы. Вот это полезно. А все остальное, все разговоры, что какой-то препарат является супер там, антиоксидантом и так далее, это бабонные рассказы. Есть один нашими украинскими учеными созданный препарат, о нем известно, и на Западе сейчас его такой же делают, но он там вызывает побочное явление. У нас в Украине соединили его с диоксидом кремния, то есть как на носитель посадили, поэтому нет побочных явлений. Это диоксид церия. Вот этот, так сказать, оксид, он является мощнейшим антиоксидантом. Он дезактивирует активные формы кислорода примерно с такой же скоростью, как и сод. То есть в десятки миллионов раз за секунду их молекулы может дезактивировать, и поэтому небольшая доза этого препарата, мы его широко применяем при воспалении легких, вот при коронавирусе, он обладает еще и прямым противовирусным действием, и в то же время является мощнейшим антиоксидантом. Вот это вот реальный антиоксидант, да. Так, давайте еще одну империю здоровья будем развинчивать. Про микроэлементы. Их тоже пропонуют. Дуже много. Пейте магни, пейте цинк, ну, пейте те, пейте На самом, те, на 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 самом деле, когда мы говорим про нашу регулирующую систему, то есть иммунно-нервно-эндокринную систему, то все регуляторные там, гормоны, ферменты, нейромедиаторные они являются, как правило, металлопротеинами, то есть там есть доса, Поэтому дефицит микроэлементов может привести к неправильной работе этой системы. И, соответственно, ну, мы только в Турции были, три недели назад работали в госпитале турецком, и смотрели одного пациента, он там жалуется, он уже два года не спит, там толком час ложится, в четыре встает, а дефицит магния. Мы когда э, прописали магний, ему все. Но есть еще, мы, мы ему не просто магний, потому что для всех микроэлементов, э, катализатором метаболизма всех микроэлементов, то есть усвоения их в организме, является кремний. А у нас, к сожалению, принципиально бескремниевая диета у всех. Потому что мы не едим тех не, э, продуктов, э, которые содержат кремний в достаточном количестве. И реально те же киевляне вот в зависимости, сколько воды пьет и какого качества, это от 5 до 15 миллиграмм в сутки получает. А норма 25-30. Поэтому дефицит, идет дефицит кремния, после этого идет дефицит многих микроэлементов. Вот мы когда разбирались на Ближнем Востоке, я в Минздраве Саудовской Аравии мы тогда представителями беседовал, мы долго, я не мог понять, почему у них такой колоссальный уровень диабета. но не, Вроде есть страны такого же уровня по развитию, но у них не так. А там, я говорю, 70%. А потом, когда мы посмотрели по графику, где точка перелома прошла, когда резко рванул вверх, а когда они перешли на опресненную воду, они ее минерализуют. Всем, кроме кремния. И вот это вот э, дефицит кремния привел, потому что тогда идет дефицит хрома, а рецепторы на клетке, которые должны чувствовать инсулин и открыть путь к глюкозе, они содержат хром. Поэтому все микроэлементные наборы для диабетиков обязательно с хромом идут. А хром, хромодефицит хрома, вот вам пошел диабет, одно, одно из условий. Антули Васильевич, але я девчонка, и, якщо я что-то не намазую себе на обличе, на руки, масочки и тому подобное, я не верю в всю эту внутреннюю змею. Ну, Для таких, как я, Мы занимаемся внутридюморгами, но поскольку как-то у меня коллектив женский, и я в качестве мы там с моими коллегами учеными в качестве, ну сделали один препарат, мы сделали это вот на на, на Макс сейчас, но его сейчас новое название Макс helper Он у нас сейчас зарегистрирован в Европе. этот препарат мы его делали для восстановления, для регенерации кожи и после ожогов, после он останавливает кровь, останавливает боль, убирает обезболивающим эффектом обладает, регенерирует прекрасно и обеззараживает от бактерий и грибков. То есть уни универсальный, а потом по вокруг него так сложилась у нас целая группа препаратов. Сделали нанотоник, тоже с кремнием и 39 микроэлементами. Масло черного тмина мы там для других целей дел тоже сюда добавили. Крем сделали на базе нанокремния. И маску для лица тоже на базе нанокремния сделанная она там со всякими интересными растительными добавками. Но вот этот препарат, ä, он как раз, когда мы говорим про синалитики, вот с точки зрения Старение кожи, этот препарат, пока я не могу сейчас уже 100% дать, но те предварительные результаты, которые мы получили в Прибалтике на животных, и которые сейчас вот мы будем еще осенью делать целый цикл работ, я надеюсь, будем делать наша нашей Академии наук, совместно с Академией наук, он показывает, что мы получили, ну, один из первых в мире кожных синалитиков, то есть тот, который в самом деле... Не, омол, омолаживать неправильный термин. Если вам уже, допустим, 20 лет, вам 10 я не сделаю. И когда вам 40 лет, тоже 30 не сделаю. Но остановить и вот э, притормозить старение, это да, это можно сегодня, это реальность. Сегодня это делается, это делается генетическими путями, там, те, те, телами раза допустим, вот на мышах делали, в полтора раза продляется жизнь мыши. То есть такие генетические уже лекарства появляются, это вопрос... Я думаю, ближайшее десятилетия, когда они появятся уже серьезные. А вот синолитики, их мало как вот бороться, добра. Ну вот на коже мы нашли такой вариант а, рабочий. У нас это, ну реально очень много женщин, которые там пользовались и наших пациентов, и сотрудников, которые пользовались там Диором, ну, всяким таким знаменитым, я не буду называть знаменитым, чтобы не обидеть, упаси Боже, я к ним с уважением отношусь, ко всем торговым маркам, но с удовольствием отказались и перешли на это, потому что намного дешевле, а самое главное, намного эффективнее. То, что крем на руках, Uh, если у вас попадает, сколько у вас? Час-полтора, правильно? Эффекта уже нету, тот эффект уже сошел. Если вы делаете процедуру с помощью нашего вот этого косметического набора, то это минимум сутки. Если в течение недели уже поделать, будет совершенно другое качество кожи. Это уже проверено на сотнях людей. Так что, <laughs> пожалуйста, можно делать. То есть подход, это опять же микроэлементы, это опять же питание кожи. И подход изнутри не забывать, потому что наше качество кожи это состояние в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечного тракта, почек. И от того, как мы выглядим, это зависит от того, что у нас внутри. То есть поэтому только снаружи а тут тогда, если снаружи делать, только вспомнить незабвенную Фаин Георгину Раневскую, которая говорила, почему, я говорю, спросили, косметическая операция, она говорит, так, говорит, фасад отремонтировать можно, а канализация это старая остается. Так ну и, и властная, треба прийти... канализации надо заниматься в том числе. До клиники интегративной медицины SmartMed вас там и середины и зовни. Да. Два обязательно, я, кажется, иначе это неинтересно, разного. тогда тогда халтура будет. Ага. Через два месяца человек придет, и у него, ну если проблемы в печени и в кишечнике и поджелудочной, ну полируй не полируй снаружи, все равно оно вылезет, причем это и радости человеку не принесет. А вот когда ты с двух сторон заходишь, и изнутри и снаружи, то конечно результат сумасшедший. Анатолій Доровський, директор мережі клініки інтегративної медицини «СмартМед» сьогодні був у гостях у Києвінтерактів. До речі, до клініки інтегративної медицини «СмартМед» ви можете відправитися у будь-який зручний для вас час. Лютеранська 16 у центрі, Бажова 13 дріб 9 поблизу метро Дарниця і між Виноградарем, Дорогожичем і Почайною, і це Мостицька 9, 585 31 17, 585 31 17, кут Києва 044. За цим номером ви можете записатися на прийом. Якщо ви це зробите сьогодні до 21 години, отримаєте знижку 50% на повне комплексне обстеження вашого організму. Мене звати Світлана Васленко, Почуємося, побачимося. Не забувайте коментувати. Не забувайте ставити нам пальчики вгору. Ну і підписуватися. Теж не забувайте, тому що уся необхідна інформація знаходиться у нас тут. А в ефірі «Київ. терактів з понеділка до п'ятниці, з 13.15 на 98FM. я Оля. Я знаю Діму. Я діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я Світлана Василенко знаю усіх. Бо я не просто активна, я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва, поінтерактив зі мною.